Приветствую вас, друзья! В данном видео я покажу вам, как пройти регистрацию в электронном обменнике Magnetic Exchange. Под этим видео будет ссылка, по которой вы можете пройти данную регистрацию. Когда у вас открылся сайт, вы нажимаете кнопку «Регистрация». Заполняете поля. Пишем e-mail, пароль и капчу. Регистр, я думаю, здесь не имеет значения. Жмем Confirm. Все, регистрация прошла успешно. На e-mail отправлено письмо с инструкцией. Заходим на почту. Для завершения регистрации перейдите по ссылке. Кликаем на нее. Все, регистрация пройдена. Теперь можно войти на сайт. То есть в личный кабинет. Все, пожалуйста. Мы внутри кабинета. Здесь заполняем данные по-русски. Фамилия, имя, отчество, телефон, сохранить. Дальше. Здесь есть партнерская программа. Ссылку на регистрацию вы можете взять в разделе «Партнерская программа». Нажимаете «С правилами ознакомлен». Валюта. Так, давайте я выберу Perfect Money. Доллары. На счет. Указываем счет, на который нам будут переводить наши вознаграждения. Нажимаем «Стать партнером». Все, вот она ссылка на регистрацию ваших партнеров. Ну вот, собственно, и вся регистрация. Теперь вы можете производить обмен. Для этого вы выбираете то, что у вас есть. Например, карта Сбербанка. Вам нужны доллары на Perfect Money. И здесь вы выбираете, например, вот сумма 10 долларов. Сразу здесь вам показывает, сколько вы отдаете обменнику. То есть вы переводите, вам будет выдан здесь счет Сбербанка, на который вы переведете 831 рубль 68 копеек. Ну, то есть это 10 долларов. И учитывается здесь комиссия. Сразу вам пишется, что сколько вы всего отдадите. То есть 840 с учетом комиссии Сбербанка. Вот, собственно, и все. Также в обратном порядке. Perfect Money на карту. Ну, давайте Альфа-банка. Все, вот у вас здесь сумма 1000 долларов. С учетом комиссии платежной системы Perfect Money это будет 1005 долларов. И вам придет на карту Альфа-банка 76 тысяч. Но в данный момент здесь показывает, что доступный резерв 44 рубля всего лишь. Поэтому мы возвращаемся обратно. И смотрите, какой здесь момент. Выбираем. То есть то же самое берем доллары и Альфа-банк. 44 рубля не хватает. Нам здесь вопрос задают, мы нажимаем «Не хватает» и пишем необходимую сумму, сколько нам надо. Например, там округлим, да, 77 тысяч и нажимаем «Отправить запрос». Все. И здесь будет уведомление окошко также. Мы вас проинформируем, когда необходимая сумма будет доступна. То есть вам придет письмо на электронную почту, зарегистрированную в этом обмене. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до следующих видео. Пока-пока.